Дай лапу. Варя, дай лапу. Молодец. Лежать. А где игрушка? Где ты игрушку потерял? Знакомьтесь, Варя – еще один лучший друг. Только на этот раз Алексея Ягудина и Татьяны Татьмяниной. Отсюда соответствующие привилегии. Хочешь, играй с Ати Казановой? Хочешь, облай Алексея Воробьева. Таня, расскажите про Варю. Что про Варю рассказать? Варя наш еще один ребенок в семье, поэтому, можно сказать, даже старший. Варе 2 годика. Была она подарена мне на день рождения. Вот что еще. Очень любит внимание, ласку, очень не любит ребенка. Вот, но мы ее уже утихомирили. В общем, как-то так. А вот говорят, что собаки очень похожи на своих хозяев. Вот она больше на кого похожа? А и вот какие как качества? Она больше похожа на меня или на Лешу? Вот со стороны на кого? Ну, чисто внешне. Чисто внешне, по прическе. Лёша, нет, да? Честно, не знаю. Это любимое существо Леши. Поэтому я думаю, что она и вся семья считает хозяином Вариным Лешу.